И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. 8 ноября. День, который вошел в историю Азербайджана. Да чего там греха таить? Он вошел в историю всех стран, которые так или иначе встречались с таким злом, как сепаратизм, тире оккупация родных земель. Азербайджан в 2020 году вернул свои Земли, с чем я вас всех, дорогие мои азербайджанцы, где бы вы ни проживали, какой религии, какому этносу вы бы не относились, поздравляю, мы все один народ, и мы это доказали и проявили в 2020 году, в частности, перед началом операции деоккупации родных земель, Отечественной войны когда все вместе выходили на улицы и требовали начала данных действий, которые привели к освобождению наших земель. Поздравляю, дорогие друзья! Поздравляю нашего главнокомандующего, нашего президента, который сделал немало для того, чтобы это осуществилось. Поздравляю Министерство иностранных дел Азербайджана, которые сделали немало для того, чтобы этот день настал. Поздравляю весь азербайджанский народ. Но знаете, что интересно? При всех этих нюансах при укреплении армии, при грамотной дипломатической работе, при единстве народа мы могли бы не вернуть свои земли. Были моменты, которые зависели только от Всевышнего. И недаром президент сказал, что сам Всевышний был на стороне Азербайджана. Золотые слова. О чем это я? При всей силе и возможностях Азербайджана, которые начали проявляться как минимум, именно начали проявляться с 2000-х годов, тем не менее мы не могли повлиять на некоторые аспекты внешней политики, которые сыграли на руку Азербайджану для освобождения родных земель. Это, в частности, начнемте, пожалуй, с Израиля. В Израиле ведь очень много не только проазербайджанских сил, дружественных сил, братских сил, но есть и враждебные силы. Ведь Сатановские, Надейны Раевские, Соловьевы, Лапшины – это тоже условно имеющие гражданство Израиля. Но они не пришли к власти. И на это мы повлиять не могли. Это был выбор Израиля. Дружба, любовь, братство между нашими странами. То же самое Азербайджан не мог повлиять на приход к власти в 2000-х годах Эрдогана и усиление Турции. Разве мы могли как-то повлиять на то, чтобы именно Эрдоган пришел к власти? Конечно же нет. То есть сам Всевышний помогал, тире, протягивал нам руку. А разве мы могли как-то воздействовать на Россию в отношении ее изменений вектора политики в отношении Азербайджана и Турции по сравнению с тем, что было во времена Ельцина? Тоже нет. Разве мы могли повлиять на изменения политики самосознания части армянского народа, которые стали... Еще до войны иногда говорить о необходимости договариваться с Азербайджаном. А также мы не могли воздействовать и на тех армян, которые делали все, чтобы оттолкнуть от Армении Россию и другие страны мира. Разве мы могли на это повлиять? Нет? Ну и последний аспект, на который мы не могли повлиять, это то, что произошло пару дней назад в Соединенных Штатах. Армянские байданутые силы проиграли выборы в США. К власти пришел Трамп. Я уже поздравлял американский народ, я поздравлял Дональда Трампа с данной победой, с его возвращением. Это практически последний гвоздь в том, чтобы в Армении хотя бы звучала риторика о реваншизме. Да, еще остался сам маленький гвоздик, который нам необходимо дождаться, когда этот момент наступит, это выборы во Франции, ухода макронистов и ему подобных. Дождемся, дорогие друзья. Мяч на нашей стороне. Всем удачи. И еще раз поздравляю всех азербайджанцев, вне зависимости от национальности, вероисповедания, места проживания с данным праздником. А также все народы, которые встречались с таким злом, с каким встретился Азербайджан, со злом сепаратизм. Всем удачи!